Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. У нас здесь MacBook Air M1, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве использовать менеджер задач. Итак, смотрите, во-первых, здесь есть два менеджера задач. По сути, один менеджер задач, а другой менеджер процессов. Окей? Итак, давайте начнем с менеджера задач. Менеджер задач находится в простом таком вот окошке. Нажимаете на яблочко и нажимаете на кнопочку «Завершить принудительно». Ну вот, собственно, менеджер задач. Тут вы видите все задачи, то есть все приложения, которые конкретно сейчас открыты. Я могу, например, завершить Telegram, принудительно Spotify, там, не знаю, PowerPoint, Microsoft Edge. Вот. А вот проводник, например, я не могу Finder. Я не могу завершить, я могу его только перезапустить. Поэтому, если какие-то проблемы возникают в том же проводнике, вы можете его просто-напросто перезапустить, и все, и перезапуск выполнится успешно. Вот. Что еще хотел вам показать? А, точно. Есть менеджер задач. Именно не задач, а процессов. Как его открыть? Вам нужно открыть поиск Spotlight и вписать мониторинг системы. Мониторинг системы. Здесь открываем окошко и видим все задачи, которые сейчас работают. То есть можем взять, выбрать какой-то определенный процесс и завершить его при желании. То есть нажимаем на него два раза и нажимаем «Завершить», к примеру. Нажимаем «Завершить принудительно» и видим, что вот процесс успешно был завершен. У каждой задачи есть несколько процессов, вернее, у каждого приложения есть несколько процессов. И каждый из этих процессов мы в любой абсолютно момент можем завершить. У нас здесь есть процессы, мы можем ассортировать процессы, которые занимают наибольшее количество именно производительности системы, больше всего памяти, больше всего жут энергии. Вот, например, у Finder есть несколько процессов, у AdGuard есть несколько процессов. Что он вообще работает? Я же Safari уже как сколько времени не пользуюсь. Надо его удалить вообще. Вот, диск, что больше всего диск загружает. Вот мы видим, что сейчас пока диск ничего не загружает, то есть это невозможно. А, вот, подгрузилось. Вот, ну и что больше всего нагружает сеть. Так вы можете отлавливать всякие там фишинговые, не фишинговые, а всяких там троянчиков, которых вы все сами понакачивать. Да, на Маке есть трояны. А вот антивирусы. Нормально. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания.